В Беларуси отпускаются цены на социально значимые продукты питания. Среди них мясо, молоко, хлеб и яйца. Постановление Совмина вступает в силу завтра. Как сообщили нашему телеканалу в Министерстве торговли, производитель будет сам решать, по какой стоимости поставлять товар в торговый объект, а магазин, в свою очередь, какую установить надбавку. Однако Минторг сохранит за собой право вводить ограничения, но не более чем на 90 дней в течение года. Несмотря на то, что жесткое ценовое регулирование этих 8 групп социально значимых товаров отменено, мы хотели бы просить торговые организации, производителей взвешенно подходить к своей ценовой политике с учетом той реальной экономической ситуации и товарооборачиваемости продукции. Все предприятия, как торговля, так и промышленность, должны взвешенно формировать свою цену, чтобы она, товарооборачиваемость продукции была на полках, чтобы она продавалась, и чтобы потребитель мог ее потреблять и для всех категорий достатка потребителя. Индекс потребительских цен, как ожидают в Минторге, по итогам года не будет выше 112%. Такой рост был за прошлый год.